Это, ребятки, я. И я в путешествии. Очень люблю путешествовать на авто. И в поездках на авто и не только. Удовольствие мы получаем не только от интересных мест, но еще от каких-то сопутствующих моментов. Например, от перекусов в машине. Да-да, не поверите, но так есть. Почему-то в дороге всегда очень хочется кушать. Даже если ты едешь очень далеко от дома, всегда хочется кушать. Сейчас я покажу завтрак туриста. Или обед туриста. Колбаска, хлебушек, яйцо. Прелесть. Можно кушать во время движения. Вот так пришел пес, который понял, что тут что-то едят. Ему тоже надо его, наверное, не показать. Сейчас попробуем. Ну, вот такой, значит, выглядывает. Ему тоже надо еще. Да, дико спит. Только что свою косточку. Как я ем, это я не могу, так что уже просто посмотреть вид.